Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, зайдем на арену и заберем свои награды. Ух ты. Башня Рощи, 15 карточек. И плюс ко всему ядерный робот, король, пульверизатор. И вообще-то это репульсор. Пульверизатор, это у нас черепашек-ниндзя. И 10 тысяч с половиной золота. Ну что, подключение идет, и ух ты. Ух ты, ты смотри-ка, еще с утра, ребята, он здесь не был в помине, но почему-то он уже... Так, мне это не нравится, надо его переплевывать. Так, каким будем отрядом играть? Ну, конечно же, вот этим. 27 уровень, куда он лезет? Ребят, скажите-ка мне на милость, куда он лезет против батьки-то, а? А ну-ка, давай-ка, устроим ему карнавальную ночку. Он думает, что на халявку здесь пройдет. Что ты мне вызвал своего рыцаря? В каких-то там, я не знаю, в обметках. А это что такое? Это у нас когтистый так выглядит? Я даже забыл, как они, ребята, выглядели на начальных этапах. Теперь я вспоминаю. О, карточка на него выпала. Так, и... Ой, бомбер-то вообще смешной. На! Все, ребят, довольно легко и просто все было. Ну, понятное дело, да? Потому что, ребята, у него все-таки 27 уровень был. Ну что же, а мы с тобой... Так, во-первых, идем на тренировку и забираем всех наших бойцов. Я, ребята, с утречка их поставил. Ну так, ради прикола. Упс, а здесь, оказывается, не хватило. Да, ребята, у меня энергии не хватало, поэтому не поставил. Но самое интересное, что мы еще с тобой накопили 500 гемов. А это знаешь, что значит? Что мы с тобой... Вот, смотри, видишь, как обновилось все? Раньше все было не так. Ну что же, где у нас? Вот, ребята, надеюсь, из этих 750 карточек нам выпадет именно то, чего у меня нету. Так, ну слушай, роща выпала. Так, я вот не помню насчет банши, а вот служитель тьмы точно у меня не прокачанный. Блин, на короля, конечно, дали тут вообще топово, 220 аж одну карточку. Так, а это у нас что такое? А, это донатик пошел. Обновить. 329 рублей в месяц. Но это не для меня уже. Так, тут можно 25 реклам посмотреть. Прилично. Прилично. Так, камни. Ну, видишь, да, тут как бы магазин вот так вот сделали. Теперь золото. Опа, очки. А вот это что? Ребятушки. Ребятушки, у нас король прокачивается до последней пятой звезды. Вот это круто. Конечно, золота у нас маловато, но все равно приятно. Я же говорил, ребята, будем играть до тех пор, пока не прокачаем всех наших персонажей до пятой звезды. Так, а я хотел посмотреть. Да, да елки-палки, служитель тьмы, ребята, у меня имеет 4 звезды. И когтистый тоже, и жнец, и привидение, господи. Так что есть еще над чем, ребята, стараться, стремиться. Так, квесты здесь забираем. И здесь забираем. Так, ну что, друзьям отправляем подарки. Сами делаем запрос. Запрос мне не нужен. Вот так вот. Подожди-ка. Чем-то вот этот роман похож, знаешь, на кого по внешности? На Мармока, да? Вот что-то есть, ребята, отдаленная схожесть. Так, ну что, получены награды. Что у нас здесь с тобой есть? Кстати, есть один небольшой нюанс, ребята. Вот во время прогрузки игра может просто зависнуть. Именно на загрузке. Не знаю, с чем это связано. Так, ну это мне не нужно. Эксклюзивная комбо. Нет, мы как-нибудь обойдемся. Ну что, нам остается только начать бой. И проходить, 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 ребят. Ну что, мы с тобой на Нефритовой долине. Ух ты, мы здесь остановились, да? Так, секундочку, я сейчас подумаю, что мне тут лучше взять. Какой отряд-то лучше, а? Как бы, в принципе, вот этот должен хорошо заходить. Но всадник на журавле меня немножко смущает. Погоди секунду. Тогда, наверное, вот этот отряд возьмем, да? Да. Возьмем с тобой этот. Тут у нас есть паладин. Он нам должен, в принципе, неплохо помочь против всадника на журавле. Так, а у нас у самого есть всадник на журавле. Че
Че я тут совсем... Ну, ребят, видимо, мне уже давно пора в люлю. А я все сижу для вас, леплю видосики. Так, ну что, давай тогда мы сделаем с тобой... Да всадника, наверное, и вызовем тоже, да? На журавле. Оу. Друзья мои, вышла черепаха. Вышла черепаха. Иди сюда, черепаха. Тортила. Воу-воу-воу-воу, мы сразу всех в испух. Прикинь. А вот я сейчас вызову друидку, и дела пойдут в гору. Ты не веришь мне? Сейчас увидишь сам. А вдруг не пойдут в гору, а? У нас... Ну-ка. Завалили. Завалили мы, ребята, их. Палыч, выходи. Давай вот так вот сделаем. Ага, ага. Сразу не понравилось. А ускорение? Ух, все, ребят, по-моему, разнесем мы сейчас замок ему в хлам. Как ты думаешь, разнесем? Конечно, разнесем. Вот и все. Прекрасно. Вот его руины там горят. Ну, а мы с тобой... Да что ж вы все время будете вот так теперь меня скидывать сюда, что ли? На свою рекламу теперь постоянно? Я не хочу. Так, друзья мои, богиня солнца, Вуджен. Ну, здесь, само собой, надо брать эту команду, потому что Вуджен, который из-под тишка сзади будет своих вот этих драконов выпускать, нет уж. Извините, как говорится, но я на это не подписывался. Чего ты тут куякаешь мне? Ай-яй-яй-яй-яй. Ронин, Ронин, ну что ж ты так, а? Я думал, ты побежишь у меня. Опа, и наказал его Ронин. Просто успел, ребята. О, а вот и Вуджен, собственно, персоной. И явился, так сказать, не запылился. Да ты достал же, на. Получи и распишись. Так, мне нужно, наверное, знаешь, что сделать? Вот так вот. Чумную мышь вызвать. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ты видел? Сколько мы, ребята, наносим урона, когда мой прыгун в ярости. Просто кромсает все налево и направо. Ну что ж, забираем сундук Нефритовой долины. Ага. Сакура, черепаха и пес храма. Друзья мои, территория защитников. Собственные персоны. Опять страж и жаба с пушкой здесь. Ну, я думаю, что вот этот отряд, в принципе, должен справиться. Мы с тобой как делаем? Мы вызываем нашего Терракошу, да? Он такой же, в принципе, сильный, как и у страж у них. Но только мой еще может в камень превратиться, да? На долю секунды там. Что дает нам неплохую, как говорится, прибавочку и неплохой такой буст для моих остальных бойцов. Вот он, идет. Так, ну что, ты хвоголовый, ты готов? Ты готов, я знаю. Поехали. Так, что-то корни давай выпустим. Во-во-во-во-во, подожди, подожди, подожди. Что-то не то. А если так? А так уже будет совсем другой разговор. Все, 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 даже не пыхти здесь. Еще один тыквоголовый выходит у меня. И начинается раскромсули. А тут уже, в принципе, недалеко и до дедушки, да? Если он, конечно, нам понадобится здесь. Ну давай, 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 дедуль. Выходи. А и без него справимся, да? Все, друзья мои. Идеальная победа. Так, двигаемся дальше. Второй поединок. Здесь появляется Тритон. Кто такой Тритон? Я уже не буду, ребят, объяснять. Для нас он никто. Единственное, что нужно его как можно быстрее уничтожать. Вот что я тебе могу сказать. Я бы даже сказал бы, желательно в первую очередь его уничтожать. Поэтому тыквоголовый здесь должен быть всегда на стрёме. Можно взять, конечно, и грифу. Но я все-таки хочу именно тыквоголового. Ну. Так, корни. А вот и Тритоша появился, да? Явился, так сказать, не запылился. Давай, грифа, вылетай.
Ты посмотри, он запарил своими щитами. Так, еще давай Таракоши позовем одного. Самурай бедный, замороженный стоит. Ох ты, все-таки отражение есть, да, у него? Все-таки есть отражение. Ну и все. Он потерял, друзья мои, свою инициативу перед нами. И мы его тут сейчас будем кромсать. Давай, давай, родные мои, вшпариваем по полной программе. Так, заберем монетки. Есть. Чего можно и пожелать. Только победы. Ну а мы с тобой двигаемся дальше. Здесь у нас... Ох ты. Ну, здесь немножко опасно, потому что, ребята, это бородавочник. Он может сбить любого с ног. Поэтому первым пойдет у меня, естественно, самурай. Пускай идет потихоньку, да? Ну, где этот бородавочник? Я его не вижу, видишь? Начинает с разбега, ребята. Вот так-то. Не хухры-мухры тебе это. Ой-ой-ой-ой, здесь нужно нам очень-очень быстро вызывать тыквоголового. Просто срочно. И, конечно же, надо будет вызвать грифу. Идут, идут хламоны, да? На, правильно, тыквоголовый. Так их, на опережение, как говорится, бомбит. Дай-ка я, наверное, сюда дедулю вызову. Старого вояку. От него здесь будет толк. Еще какой от него здесь будет толк? Сейчас ты в этом убедишься сам. Вот он идет. Семимильными шагами своими. Да-да-да-да-да, конечно, бородавочек. На-ка. Страж, получи. Что такое? Дед, что с тобой не так? Что там заглючил? Давай, пробиваем, пробиваем их. Есть. И уничтожаем базу. Вот так вот. Блин, ну этот вот дед, именно вот этот старый воин, он очень эпично смотрится, согласитесь, да? Такой злюка. Мне он этим и нравится. Так, ребята, а здесь у нас... Опа. Хищнец. Вот здесь уже, ребят, не до шуток. Хищнец — это еще тот шитик. От него не знаешь, чего ожидать. Поэтому будем с тобой, как всегда, щитобот плюс молотильщик. Так сказать, наша имба-команда. Вот-вот-вот-вот-вот он. Бежит, бежит, прыгает. Опа. А мы его нараспил. Вот и все. Так, теперь нужно будет вызывать паладина, потому что хищнец за хищнецом будет здесь выходить. О. Ну тут-то, конечно, он завалит моего щитобота, к сожалению. Но мы его тоже раскромсали. У-у-у. Мой молотильщик тут вообще топчик, если честно. Посмотри. Красавчик. Просто красавчик. Так, подожди, тут надо не забывать, ребята, что хищнец может выпрыгнуть. Видишь, с отражением пошел. Не успел он здесь положить моего щитобота. Мы его разобрали. Ну что же, двигаемся дальше. Уже последний. Что-то мы как-то так с тобой быстро, налегке все это проходим. Берем свою топовую команду. Я не хочу, ребята, здесь никаких нюансов, чтобы у меня были. Так, 225 нужно энергии. Бородавочник, главное, чтобы не вышел с разбегом. Сейчас начнет тут. Ну. О. Давай, 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 вырубай его. Шмыкс. И все, ребят. Что и требовалось доказать. Угу, там наказали. Посмотри, дядя Ронин что делает. В соло. Смотри. Во-во-во, сейчас накажет. Ну, почти, ребят, почти у него получилось. И добиваем. Вот это я понимаю. Да, дедушка Ронин дает о себе знать. Ну что, ребята, забираем награды. Так, сундук захватчика. Что нам выпадет здесь? Это все у меня есть. Это все у меня прокачано. И у нас новая территория — это роботы. Щитобот плюс БФГ. Я, наверное, ребята, отыграю вот этот отряд все-таки.
Так, ну что, у нас пойдет, наверное, самурай в поединок или как? Или мы успеем с тобой вызвать Теракошу нашего? В принципе, можно, ребята. Да? Да, мы успеваем. Ох ты, ох ты, ох ты, что они тут, смотри-ка, что творят, а? Давай так попробуем. БФГшку надо валить. Твою дивизию. Корни. Слушай, вот это мне не нравится, тут раскладик-то. Посмотри, что творят. Ты гляди-ка, что тут пляшут, а? Воу-воу-воу, слушай, это, по-моему, у нас такая уже была с тобой, да? Схема как-то. Я ведь не путаю, была такая схема у нас, да? И именно при такой схеме мы с тобой проиграли. Ёк-макарёк. Заморозка. Слушай, может быть, вот это как бы нас спасет. С БФГшками мы с тобой справились. Фух, было сложно на самом деле. Они могли бы пробить меня здесь. Так, у нас с тобой два грифона, это хорошо, ребят. Два грифона, это уже солидно. Давай, тыкалголовый, выходи. Демонтаж, мы получили с тобой квест. Точнее, завершили его. Ну вот и все. Слушай, а могли бы мы сфейлиться, ты видел? У меня уже все, ребята, на подсосе буквально было все. Ни одного вояки не было, только корни стояли. И за счет только корней, по-моему, БФГшки и погибли. Сладкая месть. Отлично. Так, ну что, переходим с тобой. Ох ты. Запрос. А, 50 роботов надо было уничтожить. Ну, мы сделали с тобой это, да? Так, вторая миссия. Кто здесь? Молотильщик, БФГшка и щитобот. Поехали. Это хорошая команда, как раз против таких вот. Тут у нас с тобой жирные есть бойцы. Это именно голем. Это жаба с молотом. А ну-ка иди сюда, аглоед ты ушастый. Вот так вот, раскромсали. Вот, начинает прыгать, да? Гадость вот эта начинает прыгать, ребята. Слушай, а вот это уже перебор. Так, молнии, молнии, вы мне здесь нужны. Да, но... но мы не справляемся, ребята. Вот в чем проблема-то все. Твою дивизию. Ты смотри. Точно. Вот она, эта паршивая команда, ребята. Ох, ураганчик хотя бы. На долю секунды мы их с тобой прижучили. Молнии. Давай. Опять нам, ребята, крупно повезло. Куда ты идешь, а? БФГ, вот скажи мне на милость. Слушай, ну тут все-таки у нас удачно получается, ребят. Да. Прекрасно. Фу, я уже думал, что опять мы здесь с тобой сольемся, но все пошло как надо. Так, опять БФГ, опять бомберы здесь. Ай-яй-яй. БФГ, бомберы. Да. Еще та командочка будет здесь. Ну что, друзья мои, все по старому принципу. Единственное, сейчас он выпустит своего бомбера, поверь мне. У него полетит первым бомбер. А мы с тобой к этому времени должны подготовить, знаешь кого? Богиню солнца. Блин, как-то не очень хорошо получилось здесь. Очень даже нехорошо, ребят. Ну куда ты? Вот еще это идет, а? Да ты не этого бей-то. Ну-ка, молнии. Совсем другое дело, ребят. Абсолютно другое дело. Так. Сейчас мы тоже свою БФГ вызовем. Угу. Вызвали. Опа, заморозка.
И ускоряшка еще. Да ладно. Тут нам что-то с тобой просто везет. Неистово везет просто. Других слов у меня нету. Вот и все. Четенько, да, согласись. Так, сколько у нас там еще осталось? Ага, два этапа. Ох, ёк-макарёк. Здесь, друзья мои, надо немножко переделать, по-моему. Блин, БФГ это бесявый, а. Еще молотильщик. Еще и щитобот. Ой, этот хилбот. Слушай, а может быть нам удастся с тобой вызвать, опять же, богиню солнца в первую очередь. Давай попробуем сейчас. Нет, не получится. Не получится, друзья мои. Так, вот это плохо. Молотильщик идет. И видишь сзади хилбот. Вот-вот-вот-вот. Именно этого, ребята, я и боялся. Начинается, да? Есть, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Круши, кромсай, как говорится. БФГ-ха вышла. Так, сейчас попробуем с тобой все-таки вызвать богиню солнца. Я успел. Ребят, я успел вызвать. Ну-ка. Молнии. Что-то молнии нам как-то тут не особо хорошо помогли. Давай, 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 жарь их прямо этим лучом всех. Заморозка. Мне кажется, здесь мы победим. Победим, как всегда. Луч у богини солнца очень наносит хороший урон. Мне нравится. Все за счет богини солнца. Как только она выходит, ребята, естественно, им сразу крышка. Ядерный робот здесь. Топ-команда. Выходим. Как говорится, на финишную. Вам пора проявить себя здесь. Другого шанса не будет. Вы у нас, как говорится, специалисты по боссам. Ну и что такая тишина? Кто там будет у вас? Ага, явился Шитик. Оух. Так, здесь надо еще дядюшку Ронина вызывать, по-моему. Не шуршит? Нет, не шуршит, ребят. Тогда плюс еще ко всему чумную. Так, БФГ пошла. С отражением, правильно. Ронин опять не хочет бежать, а? Вот-вот-вот-вот, так вот их, раскромсай всех их. А ядерный робот даже носа не высунул, да? Это его проблемы. Слушай, а главное, что мы с тобой очень хорошо идем. Очень хорошо и забираем награду. Так, что тут? Угу. Все было, кроме завода. Так, здесь у нас, значит, крестьянин плюс паладин. Крестьянин плюс паладин. Давай-ка мы посмотрим вот этот наш отряд. У меня здесь тоже есть для него сюрпризик. Это в виде зомби. Куда ты бежишь, а? Ну как только вы. По-моему, мы больше наносим урона, да? А он еще одного вызвал. Если мы будем его заражать, ребята, у нас будут еще зомби. Так. А ну-ка. Джаггер, выходим. Сейчас мы будем тут баллисту. Да, надо вызывать баллисту. Хотя, во. Вот и все, в принципе, ребят. Песенка экспета. Ничего они уже здесь не сделают против нас. Паладин, ты меня не пугай, пожалуйста. Здесь не надо выпендриваться. По красоте. Смотри, как мы там наяриваем. Замок тает на глазах. Вот и все. А за карточку спасибо. Ну что же, давай двигаться дальше. Это был только первый поединок. Еще впереди 4. Тьфу. Напугали меня копейщицы своей.
Копейщица — это ничто. Жажда — все. Так, слушай, давай-ка мы, наверное, с тобой что сделаем. Что-то крестьяне не идут, почему? Он вызвал паладина в первую очередь. Плюс копейщица. О, а вот и хлопцы побежали. Так, баллиста, баллиста, не забывайся. Как это классно, ребят. Всех, как говорится, да, к ногтю. Блин, Джаггер, ну что-то упал. Нам нужно с тобой идти дальше. Ну-ка. А паладину, по-моему, по барабану, да? Что, что я вызываю этого? Он не станется, в отличие от всех остальных. Он даже не отлетает. Ну да. Но две баллисты, извините меня, ребят, когда они бомбят, это что-то супер-пуперское. Карточка на паладина, плюс ураганчик. Плюс у нас есть с тобой. Вот так. Да, ну, шансов нет у них здесь на победу. Вообще ни малейшего. Две баллисты издалека просто расстреливают. В хлам замок. Так, ну что у нас тут? Третий поединок. А, тут грифончик уже появляется. Слушай, ребят, грифон. Блин, как быть? Вот это, наверное, возьмем отряд, да? Грифон, ниндзя. У него грифон-то будет сильнее, по-моему, насколько я помню. Так, нам нужно... Ой, тихо, подожди, подожди, подожди. Давай, голем, выходим. Так, и сразу вызываем ниндзю. Блин, а ниндзя у меня, как всегда, бежит на мою голову, да? А хотя нет, все нормально, все отлично. Так, БФГ-ху, наверное... Хотя, подожди. Нет, БФГ... Или что, или молнию лучше? Я даже не знаю, я растерялся, ребят. Опять паладин идет. Ну-ка. И хоть бы одна попала молния в этого. Ведь не попала же. Так, надо нам этого грифона уничтожать. Давайте, давайте, родные мои. Отлично. Грифон даже не врубил феникса. Смертный и предсмертный хрип не стал делать, да, свой? Тогда прощай, замок. Ах, все-таки успел, успел все-таки сделать. Но слишком поздно. Шикарно. Так, ну что, ребята. Предпоследняя миссия. Слушай, наверное, мы это оставим с тобой. А здесь отыграем вот... Вот этим отрядом, да? Да, этим отрядом мы доиграем. Ну что, поехали. Кто у них там, крестьяшка побежит, да, в первую очередь? Или кто? Нет, ребята, вышел Палыч. Мы тогда сделаем с тобой вот так. Ой-ой-ой. Прикрывай, зомби. Баллисту. А, у него лучник еще. Вот даже как. Тогда, ребята, извините. Блин, не туда. Не туда поп... Ай, ладно. Ой, что-то их тут много, ребят. Я хочу просто вызвать деда. Ой, деда, жнеца. Деда какого-то еще. Дед уже свое отыграл. А вот жнец. А жнец вот как раз вступает в битву. Давай-ка. А ну-ка, как вам тюрьма? Нравится? Конечно, им нравится. Прям без ума от нее. Ну и все. Мы уже возле замка. Очень быстро, конечно, все здесь получается. Ну, жнец, ребята, это... Сам понимаешь, топчик. У него, по-моему, самый мощный дамаг вместе с ведьмой. Ведьма и ужница. Очень сильный урон. По-моему, короля тоже. Когда он, интересно, когда он делает разбег свой. Так, а здесь-то кто у них? Епископ. Ну, с этим ребенком. Ребенком. Ну, скажем так, с этим ребенком или с этим сосунком, или с этим щеглом мы разберемся быстро. Ну, епископ. Я имею в виду именно этим отрядом. Другие, конечно, вряд ли бы затащили.
А вот в этом отряде я почему-то больше чем уверен. Так, ну что, мы, наверное, с тобой сделаем вот так вот. Ронин его положит просто с полтычка, ты понимаешь? А сейчас я вызову... Я хочу ведьму, ребят, позвать на помощь. Ох, как паладин с ним разобрался, да? С Ронином. Просто глазом не моргнул, разнес его в хлам. Так, я слышу, там грифон, по-моему, да? Вылетел. Да-да-да-да-да. Это плохо. А он вышел, ты прикинь. Так. Че, он успеет здесь что-то сделать? Да ничего он не успел. Ничего ему здесь не помогло. Я еще раз говорю, у ведьмы очень большой дамаг. Очень огромный просто. Вот и все. Тем более здесь прыгун еще в ярости прибежал. Ох, раскромсули сделал. Так, ну что, забираем с тобой сундук подданных. И здесь у нас с тобой... Ага, эльфы. Эльфы мне нужны. Так, и здесь у нас опять нефритовая долина. О, тихо-тихо-тихо. Тут у нас Ронин. Мы все прекрасно знаем этот отряд с Рониным. Так, давай. Сейчас он будет тут психовать. Психует, ребята. Ух. Я не успею, да? Я не успел, ребят. Эх. Да ты не оборзел ли, а? Все, ребят, мы сфейлились. Я даже здесь, наверное... Финиш какой-то. Давай тут ускоряться, короче, с тобой. Слушай, он что такой... Я не понял, раньше у меня получалось. Почему сейчас не получается? В чем проблема, друзья? Просто в хлам. Так. Вот и пошел фейл. Меня ж прям это взбесило, ребят, если честно. А, все. Кажется, я вспомнил. Кажется, ребят, я вспомнил, что нам здесь нужно. Ну где он? Хе-хе, ой. Блин, у меня так медленная энергия идет. Что я делаю? И опять, ребята, фейл. Твою же дивизию. Нет, это все не то, ребят. Ну как бы это все то и не то одновременно. Какого фига всадник? Ну уже ровно два всадника пришло здесь. А у меня здесь ничего и нет. Прикинь, я даже ничего не смог сделать. О, меня аж до трясучки уже. Так, секунду, подожди, что же я могу сделать-то здесь? Какой отряд вызвать? Этот? Ну, а почему, в принципе, и нет? Поехали. Так, нам нужно с тобой будет, если что, вызвать голема. Тут, видишь, если Ронин выбегает, ребят, сразу с истерикой, то это... Это кранты. Опять фейл. Не успеваю. Я просто не успеваю сделать ни шиша, блин. Ну ты посмотри, что он творит, а? Да. Вот это беда, ребят. Три раза сфейлиться, а? Меня это вообще не устраивает. На первой же миссии. Такой попадос, а. И это все из-за того, что у него следом за Ронином идет всадник на журавле. Понимаешь? Сразу же.
Хо-хо-хо. Давай попробуем тогда вот так с тобой сделать, наверное. Тут, как говорится, чей Ронин быстрее будет, тот и победил. Мой. Мой, ребята, здесь был первым. Так что пускай не вякает. Ну, потратил зато, ребята, энергию на своем топовом отряде. Жаль, конечно, но что же поделать. Ну, столько фейлится. Ну, просто уже, извините меня, ребята, совесть не позволила. Ну, вы издеваетесь, что ли, сейчас? Они опять Ронина сюда воткнули, а? Они опять сюда воткнули Ронина. Ну, что, вызываем? Как будто у нас с тобой есть вариант, да? Вариантов вообще ноль. Ну, допустим. Давай, всадник, выходи быстрее. Так, ушатали, да? Теперь сделаем вот так вот. Что он там хакает? Хакает он еще. Да чтоб тебе. Давай, 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 всаднички, выходим. Так, прокачиваем тогда с тобой еще чуть-чуть. Я сейчас вызову друидку и все, и порвем их тут. Так вот сделаю. Давай, друидушка, помогай нам. Куда ты вот, Ронин, куда ты разогнался? Тотемы мои уничтожает, понимаешь ли. Как мы его долго с тобой бомбим, а? Заморозка. Так, минута еще у нас с тобой есть времени. Ну, я думаю, что этого достаточно, чтобы тут забомбить ему базу. Паладины. Есть. Фух. Так, ладно, здесь мы с тобой выиграли. Третье. Блин, тут теперь еще и тигр. И он все никак, ребята, не успокоится. Он все со своим этим Ронином носится. Так, ну тут расстояние побольше. Давай так вот сделаем с тобой на всякий случай. Воу-воу-воу-воу-воу. Блин. Да хоть бы оглушил бы ты его, что ли. Фейл, ребят. Трындец, блин. Псих недоделанный, а. Как ты меня раздражаешь, блин. Ну, давай еще тигра, правильно. Еще тигра тут. Давай всех, чего уж там. Я в шоке. Что они тут вытворяют, это просто жесть. Да, конечно, вот, вот, вот это, об этом я только мечтал. Так тут надо ускоряться, ребята, все равно в любом случае тут проигрыш получается как бы. Сам видишь, что выходит здесь. Ерундистика какая-то полная. Смотри, как сопротивляется, а? Нет, такой расклад меня не устраивает. Такой расклад не надо мне давать следующий уровень. Блин, ну как вот, ребята, быть, а? Но это тоже не варик, согласись. Это вообще не варик. Тут откатилась энергия. Погнали. Опять же, ребята, все зависит от того, чей Ронин нанесет больший урон. Мой, если мой, то нам повезет. Если не мой, то...
Пиши пропала. Мой все-таки, да? Все-таки мой здесь выиграл. И вот он начинает колбасить. Ну тут понятно. Не бежит? Нет, не бежит. Давай так сделаем. Джик. Воу. Ну, допустим. На тебе, душа, душа, конечно же, ребят, душа это. Ух ты, чумная, смотри-ка, выиграла даже. Ну, как выиграла, я имею... Эй! Каков... Ай, ребята, трындец, просто у меня нет слов. Да, мы подбили, но это не, не то, что я хотел. Я никогда бы не подумал, что мы вот здесь вот так встрянем. Я не знаю, что здесь еще можно сделать. Этот отряд брать, ну это, блин, ну ребят, ну это, ну, тактик, какой, блин, тактик. Давай, где там твой Ронин? Да-да-да, конечно, на-ка, выкуси. Ой, а чё так? Так, мне нужна срочно баллиста, ребят. Прям вот срочно. Да в плане, блин. Ты сейчас опять будешь свою... Нет. Клетка. Теперь Джаггер. А уже после выпускаем баллисту. Ёлки. Да как так-то, блин, да... Все, ребят, это перебор уже, блин. Как он все это подрасчитал, что вот так вот должно было быть именно, а? Я, ребята, сфейлил все. Все, что мог, сфейлил. По-моему, у меня больше, блин, не осталось вообще энергии нигде. И ни на чем. Что я делаю? Что я... Это уже все, это уже... Старческий маразм, ребят, начался у меня, блин. Фигню какую-то вытворять я уже начинаю. Проклятый Ронин его. У него постоянно он бежит с этими... С криками. Всегда в истерике, в отличие от моих. Я даже не знаю, что делать. Как... Все, отряды, по-моему, ребят, все потраченные, да? Вот, этот. Ну, а что я тут? Я уже пытался этим отрядом сделать. Ничего у меня не получалось. Вообще ничего не получается здесь. Ага. Ну, давай, 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 всадник на журавле, выходи. Всадник на журавле, а дальше нам кто нужен? Паладин. Кто нам нужен? На. Выкуси, как говорится. Ага. А ну-ка, сопротивляемость, да, у него сработала. Минус. Ураганчик давай сделаем с тобой. Ту-ту-ту-ту. Так, хорош нам кряхтеть. Друидку вызываем. Что тут, ребят, еще делать? А друид как тигр, ну естественно, сразу же делай свою эту. Вот почему я, ребята, говорю, что это несправедливо, когда у него срабатывают намного чаще скиллы, чем у моих бойцов. Вот это да. Вот это да. И что? Мы даже до портала до следующего не дойдем. Серьезно? Серьезно, что ли? Просто элементарно, ребята, не... нет энергии. Кто здесь? Я даже не посмотрел, кто здесь. Что за войска-то будут? Ну, Рони наверняка здесь. Тут как тут, да?
Пойдет или не пойдет он? Пока не вижу, ребята, его. Ага, думает он один такой умный. Ой-ой-ой. Вуджен, друзья мои. Ронин, так, нам нужны корни. А фиг ли мне эти корни-то сейчас? А нет, в принципе, пока нормуль. Грифа нам нужен, вот кто. Грифа и, наверное, дед. Попробуем сейчас накопить с тобой на деда. Дед уже вышел. Выпускаем корни. Блин, а он берет и деда моего, прикинь? Просто его убрал. Грифон, давай, выходи. Так, вот Джен. Естественно, А, это мой в истерику упал. Корни. Так, это опять мой самурай там, да? Истерит. Господи. Спасибо тебе, помог мне пройти, ребята. Помог пройти. Ну, а на последнем поединке зашибись. У меня даже нет, ребята, энергии. Ну, разве это не обидно, а? Я вообще-то рассчитывал сегодня пройти в портал. Ну, как ты видишь, я просто в шоке, как мы с тобой вот на этом этапе зависли. И на этом, по-моему, да? Это, конечно, было что-то с чем-то. Это было что-то с чем-то. Ну, друзья мои, раз мы ничего не можем сделать, тогда уже продолжим в следующей серии. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.